Нурбек Отар зацепился, жестко зацепился Жуманом Жумабековым на сборах. Жуман Жумабеков экс-чемпион на ИЗАФС. Нурбек молодое дарование, которое сейчас прет, очень хорошо прет. Но чемпиона сместили с его пьедестала. И, скорее всего, из-за большого желания обладания поясом на ИЗАФС, а у кого такого желания нет, Нурбек Отар, конечно же, и закусился, зацепился Жуманом. Слухи доходят, говорят, что там был конфликт. Сразу же напомню, что Айжигит, это кыргызский файтер, победил Жумана Жумабекова и стал чемпионом на ИЗАФС. Жуман поэтому и стал экс. Но сейчас Айжигит освободил пояс чемпиона в 61 и перебрался на категорию выше, в 66. То есть в 61 в Найза пояс вакантный. И 25 августа именно Нурбек Отар и Жуман Жумабеков будут мериться силами. Чей же на самом деле пояс Найза FC? Нурбек Отара или Жумана Жумабекова? Именно об этом, джентльмены, леди, мы сегодня и пообщаемся. Всех приветствую, с вами Сула, наш боец, поехали! Итак, сейчас вашему вниманию будет предложен небольшой видеоматериал. Я брал интервью, там прямой эфир у нас был на моей инстаграм-страничке. Если что, вот где-то вот здесь вот вы видите, да, или здесь, название моего инстаграм-канала «Наш боец КЗ». Обязательно заходим, подписываемся. И там я как раз-таки на этом прямом эфире у Нурбека Отара и задавал конкретные вопросы по поводу, что за конфликт с Жуманом и что он вообще в принципе думает о Жумане Жумабекове. Потому что, ну, забегая вперед, скажу, слишком самоуверенный Вася Жумабеков Жуман. Примерно вот так вот. Но все это, конечно же, казахша. Итак, Нурбек Отар. Все, внимание на экран. Нурбек, бірінші, ассаламу алейкум. Көп-көп рахмет, мені осы уақытыңды бізге бөліп атсың. Қазір 25-ші тамыз күні, 25 августа, да, дұрыс қой, а? Сен де жекпе-жегің болады. Жуман Жумабеков пен. Мен осындай хабар естідім. Шын ба, шын емес па, осы туралы бізге айтып жүрші, что какой-то бір конфликт болды сенде Жуманмен на сборах. Не вықпалды, осы туралы айтып жүрші, и то, что вот именно осы конфликттен кейін сен өз согласияңды бердің осы жекпе-жекке. Осы туралы айтып жүрші, не вықпалған? Жоқ, ол орында жай, өзің арамызда ондай конфликт болған жоқ, ол нормально болды. Именно принципиальный, ол конфликт үшін емес, осынау спорт тұлғасын, әрбір адамның өзінің мақсаты бар. Белбеу дегенде, сол белбеуге жету үшін енді NFC-ден белбеу сұрадым ғой мен, Нұрбек ағадан белбеу сұрадым. Маған осы осылай маған рейтинг баяны керек емес, маған сразу поиск қачу деп. И сосын осындай бой берді тұр маған Жуманды. Аха. Осында сұрақ кіммен болса да өзі дайынбыз ғой. Аха. Осында сұрақ саған, Нұреке, міне осы жекпе-жекке қайда, кіммен и қайда дайындала жатсың? Осыны айтып жіберші бізге. Осы Атырауда, өзім қаламда, туған жерім Атырау, Атырау қаласында, Атырау Панкратион, бағасы ол жұма келді, ағайынның қолында дайындап отырмын. Дайындап осы Атырауда. Мен дұрыс түсінігім бойынша сен ана Сағындық ағамыздың вообще ученигісің, иә? Дұрыс па? Иә, ученик, иә. Тренер сол. Друзья, я сразу напомнить хочу, Сагындык Мекеев у нас является президентом Федерации Панкратиона и Грэпплинга Республики Казахстан. Он огромный вклад сделал для развития и любительского ММА и Панкратиона, и, конечно, профессионального ММА и Панкратиона. Так, менің сені келесі сұрағым, Нұреке, сенің соңғы жекпе-жегің, Азербайджанмен шықтың. Ага. Где-то жаңағында я пересматривал осы бой. Осы бой туралы сен айтсам,
бәрі ойдағы да өтті ма, или басқа шо өтті ма? Ойдағы да өтті бәрі. Вот именно нокаут не тен дегенсіндер, да? Ага. А вот сен соңғы жекпе-жекті көрдің ба? Именно найзада Жұман Жұмабековтың соңғы жекпе-жекті көрдің? Ага. Не деп ойлайсың осы жекпе-жек туралы? Ойын қайда айтшеш бір, қанды айтшеш бізге? Жұман өзіне көп сенім артып кеткен сияқты, сол бойында жекпе-жекті қырғызбен шығатын кезде. Деп ойлаймын, енді ол самоуверенность көп болып кеткен сияқты. Вот самоуверенность болмау керек қой, жеңісте бәрі Аллаһтан ғой. Амал жасаймыз. Енді өзінің ойынғанда осы жекпе-жектерін Жұманмен болса қанша раунд болады? Үш раунд бөлсем деп ойлаймын. Үш раунд. Жұманның стойкасы жақсы, сен білесің ғой соны? Стойкасы өте мықты, ол біріншіден работает парень сериями, да? Несі да, скорости жақсы. Сонда қалай, партерді қазір готовить етіп атсындар ма все-таки? Жоқ, стойкаде. Именно стойкада зарова болады? Именно стойкаде, иә. Это очень интересно. Енді осында сұрақ саған. Кешір, конечно, но в любом случае. Нұреке, скажи мне, сколько вот 2-3 минуса Жұмана Жұмабекова? Жаман-жаман нелерін айтшеш, вот именно техникасында. Қандай минустар бар ойынша, сен ойын бойынша? Білмеймін, ол жағын айта алмаймын. Минусын жақсы ол профессионал боец қой енді. Ол жайлы мен Жұман жайлы жамандап, ештеңе айта алмаймын. Жақсы адам, жақсы спортшы, өте тәжірибелі. Мен анау деп бірақ адам есінің жамандығын айта алмайды. Сұрақ басқада болды. Вот, допустим, минустарын енді бөлек айта алмаймын, ол енді жиекке шығамыз, көрсетеміз ғой сол жерде. Аха, түсінікті. Менің келесі сұрағым, міне сен өзің естідің ба сондай, что Жұман еще помимо найза кулачкаға шығып төбелесті, осы туралы естідің ба? Осы туралы, в принципе, экс-чемпион найза, да, все-таки из топов казахстанского ММА. Не үшін, допустим, кулачный бойға шығады? Білмедім. Онда ешқандай ойға. А вообще, ты там готов кулачный бойға шығуға? Сен сондай вообще, в принципе, ұнайды ма? Не интересен. Только профессиональный ММА, да? Да, профессиональный ММА, там карьера, ой. Ну, а вообще, сен қалай ойлайсың өзің? Смотри, сен найзада мен шатас басам, сен бір ғана жекпе-жекті өткізің. Екі жекпе-жек. А, екі жекпе-жекті өткізің. И міне, саған сразу же чемпионский поезды беріп отыр. Бой за чемпион. Я просто вакант фонда. Ага, понятно. Все, сынок-то, спасибо большое. Нұрбек, я не буду тебя отвлекать. Мы договорились на чуть-чуть времени. Рахмет большой, что уделил время. Надеюсь, то, что еще мы с тобой до конца, до начала боя, эфир расширамыз деп ойлайм. Все, рахмет большой. Бәртара салям айт. Атырау большой. Салам алейкум. Ну, вот так вот, джентльмен. Сразу же вам хочу сказать. Сегодня, да, в 9:30 вечера, у меня также будет прямой эфир с Жұманом Жұмабековым. Да, этот материал у нас выходит в 8 вечера, а в 9:30 вечера по Алмате у меня будет прямой эфир с Жұманом. Так что обязательно заскакиваем на мой инстаграм. И там мы узнаем мнение Жұмана о Нұрбеке, о Таре. И я вот чувствую, я вот подозреваю, что все-таки с Нұрбеком Таром, как и с Жұманом Жұмабековым, это будет не последний эфир перед Найза FC-42. На этой неделе, в принципе, у нас будет еще как минимум 2, я надеюсь, прямых эфира, так что подписываемся на наш канал. Что, в принципе, вы об этом всем думаете? О противостоянии Нурбек Отара против Жумана Жумабекова. Оставляйте ваше мнение в комментариях под этим видео.
На этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, наш боец. Всем пока, салам алейкум, арриведерчи! Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better...